Друзья, доброе утро. Сегодня я решил чуть более подробно рассказать о том, как проходит обычный день в нашем дайвинг-центре «Поток». Самое раннее утро, и первыми в воде у нас оказываются Александр и Сергей. Смотрите, они чистят дно бассейна. Да, Александр у нас оттачивает мастерство, потому что опыта много не бывает. Так точно, опыта много не бывает. Снежана поддерживает свои навыки на должном уровне. Ну куда же без них? И Михаил тоже пришел вспомнить, что такое подводный мир, да. И не забыть, как дышать из акваланга. Так точно. Надо периодически. Антон сегодня начинает курс обучения самостоятельным погружением. Да. И Андрей Алексеевич с Татьяной Алексеевной. С утра. Бодрые, веселые. Особенно бодрые, веселые. Очень веселые. Новый уровень, новые знания, новые навыки. Будем учиться. Будем помогать друг другу, наши бессменные помощники на самом деле. Так, ну, все это будет вам нужно будет и в будущем, и на память.